За 2018 год лесоводы Гомельщины у категорию каштонных лесных насаджений увели больше за 8,5 тысяч гектаров. Однако сотрудники Комитета Держконтролю, прокуратуры и Держинспекции оховы живельного и рослинного света выявили неотповедность правоздачности и рычаисности. Шерох лясгадцев прописывал данные об выниках лесоодновления. У одних выпадках при переводе лесных культур у каштонные насаджения не уличивались вышиня и колькость древ. У инших лес и зусим отсутнейшел. Дякуючи припискам, у справоздачах работники трех лясгасов отримали с бюджету беспоставные премии на сумму каля 100 тысяч белорусских рублей. У выников проверок до дисциплинарной отказности протягнули больше за 100 службовых особ лясгасов и гомельского лесогосподарщика. Охвачены были мониторингом практически все лесхозы области. В 11 лесхозах были установлены факты необоснованного перевода лесных культур в ценные лесные насаждения. Всего где-то около 150 гектар по области получилось. Например, в Ветковском спецлесхозе около 80 гектар лесных насаждений были переведены в ценные лесные культуры. И при этом где-то около 40 гектаров практически с отсутствием древостоя.